Господу помолимся. Боже, благословитися и мне порожном жительстве, Господу помолимся. Яко Господь Бог наш, дар и брат чести, ложение скверное, Господу помолимся. Избавитися ими нам от всякие скорби, не нужно Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Святого Духа, ныне присною и веков. Боже вечный, расстоявшийся, собравшийся, единеясь, и в любви положивый, и в неразрушимый, благослови, сотвори веку и наследники Твои, готовые показали, сам благослови рабы Твои, сия Вадима и Викторию, наставляй на всякое дело благое, яко милости у человека любит Бог, и все тебе славу посылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная и веков. Мир всем. Ваша Господь. Церковь, дело чистое и благослови вручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия. Мир и единомыслие, Тебе попадает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресною и веков. Вручается раб Божий, Вадим, рабе Божий, Викторий, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обручается раба Божия, Виктория, рабу Божию, Вадиму, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господу помолимся. Господи Боже наш, Богу потряка нам жертвою средоречию посылаем Иисуса Вадима и сия, Викторию утвори ежу в ней благое слово, утвори ежу Тебе святым соединением, Ты бы изначально создалась и мужеский пол и женский, у Тебя сожалеется муж и жена, в помощь восприятия рода человеча, самого Господи Боже наш, послай истину Твое наследие Твое, обетование Твое на рабе Твое, Отцу наше, кое можно роди роди, избране Твое призри раба, на раба Твоего, Вадима на рабу Твое, Викторию Твое, обручение и вере, единомыслие, истинной любви, Ты бы, Господи, показал, если датися обручение, утверждайтеся во всем перстнем, дадеся власти Его сего, и те перстнем прославятся до ним во стране Вавилонсе. Перстнем явися истина Фомарии, перстнем Отец наш Небесный, шед бысь на Сына Своего, да тиде поглаголит перстень на десницу Ее, и заклавши телеса упитанус яше, и возвеселимся сама десница для Его Своей, мы все воржи в черне море, слоту им истинным небеса утвердившися, земля основаясь десница работая, благословится, слотую, державную и святую высокую, саму войну и владыку, благослови перстные положения, яко ты си, благословляй все же, вся женская ресе, Боже наш, и Тебе славу, славим Отцу и Сыну и Святого Духа, и пресную и кирков. Помилуй нас, Боже, по лице милой святой, молимся, услыши, помилуй. Еще молимся, великом Господи, Отце наше, сидишь, Боже, мир и Господи наше, блаженнейшем и дроболите он увре, Господи наше, высокопреосвященнейше, архиепископ и Алексей, все его Христе, братья наши. Еще молимся, Боже, Боже, Вадима и Виктории, обручающиеся друг другу. Еще молимся за всю братью, за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Яко милостивый человеку любец Бог, еси тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веков. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Миру Господу помолимся. Освящай мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьей Церкви, соединися Господу, помолимся. О святым храме всей веры, благим страхом Божьим, ходящим в Онь Господу, помолимся. О рабе Божьем, Вадиме и Виктории, ныне обручающиеся друг другу, брак общения о спасении Господу, помолимся. Воеже благословитися браку сему, як у Кані Галилейсе, Господу, помолимся. Воеже податися їм целомудрію, плодучує на пользу Господу, помолимся. Воеже возвеселитися їм видение сыну вечери, Господу, помолимся. Воеже дарватися благочадие, восприятие незазорного пребывания, Господу, помолимся. Воеже даровать им и нам вся, я же по спасению и прощение, Господу, помолимся. Воеже избавитися имена от всякие скорби, не нужно Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, де владатию. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веков. Боже, пречистый святарь, святитель и пророк отца Адама, сотвори человеку любие, жену преобрази и благослови, и реки растите и множитесь, обладайте землею,
ибо ее единоутое показали и соображение в Бораде, оставив человек отца своей матери, прилепиться жене своей, и будет во плоть едину, як уже Бог соображает человека, не разлучает, и же раба твоя Авраама благословивы, и развергли ложит на царина, и отца множество языку сотворивы, и же Исаака ревица дарва рождество и благословивы, и же Яка Рахиле сочетает дня 12 патриархов показавы, и же Иосифа и Синеху спряги плоды творения Ефрема Манасию даровавы, и же Захарии или совет приеме притечу рождения показавы, и же от корней сея по плоти из России приснадил из нее воплотился, и родился во спасение рода человеческого, и же за неизреченный той дар и мною благость пришит в канале Лейскую, и тому же и брав благословили, да я вижу, яко твоя воля и законы супружества, где же и нас работу, и яко там и везде, пришед не видели твои предстательство, благослови брак все и подашь рабом твоим всем, Вадиму и Виктория, живот мирен, долоденце, целомудрие, друг ко другу и любов, в союзе мира, семья доложизненное, отчаю благодатнюю, неувядаемый славе венец, сподобия видите, чадо, ложи ей ненавета соблюди, дашь им отрусы небесные, слышат тука земное, исполни домы пшеницы, вина и елея, и всякие благостыни, и да преподуют и требующие дары, купно суши с нима, вся я же ко спасению прощения, яко Бог милости, щедро человека любви тебе славу ссылаю, и с обезначали до це присядим, и же дарячи ты думай, и приясною и веков. Господу помолимся. Благословенися, Господи Боже, наши же тайного честного брака, священной действительно телесной законоположителю, где и храни житейский благи строителю, сами ныне владыко, вначале создая человека и положив, яко царя твари, и рекини добро, быть человеку едино на земле, сотвори его помощника по нему, и в земле единого тарем его создал, и все живые жида не разрушай, сами ныне владыко, Господи Боже наш, не спаси благодать твои небесные народы, ты есть я, Вадима и Викторию дашь, обеси его всем повиновать за мужу, и работаем всему быть его главу жены, спаслаем с небесы венцы, помимо Божьего воспитавших родителей за ним молитвы, утверждают основание домов, помимо Господь Божий наш, небо доброчали единомыслие, души крест возвеси, как утеты ливанские, как полозу благородно ждали все, тебе воздай наши с тобой же, славы Твоей за ним, тебе сожидаем за мужа жена, сообразия и идет, и решаю плоть единую, дары Божьи, преоблачание, восприятие, якобы державные, сердце и силы слова, и силы сада духа, не принесло и кирько. Венчается раб Божий, Вадим, рабе Божий, Викторий, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Рабу Божию, Вадиму, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Господи Боже наш, славу и честь венчай я. Господи Боже наш, славу и честь венчай я. Славу и честь венчай я. Премудрося во мне.
премудрость проси, услыши, свята Евангелия моей си. Свята Евангелия, чтение. Он мне во время оно, пробысканье лилеси, де мать Иисусу вату, звал же бысь Иисус ученицы его на брат, и не доставши вина глаголя мать Иисуса от нему, вина не ему, глаголя Иисус, что есть мне и тебе, жену, не убо придет час мой, глаголя матью слово маше, ежеаши глаголит вам сотворите, бег уже ту водоносы камень шесть, лежаще по очищению деску, местяще подымая литрима мера, и глаголя им Иисус наполните, водоносы воды, и наполнится и до века. И глаголя им почерпните ныне, и принесите архитритину, и принесуша, як укуси архитритину вина, бывшую от воды, и не ведях, откуда есть луи же ведяху, почерши же воду. Пригласи жениха архитритины глаголя, ему всяк человек прежде доброе вино полагает, и да упьются, тогда хуче ты же соблюлися доброе вино доселе. Все сотвори начаток знамений Иисуска не оленеси, и явися, и яви славу свою, и веруша в Него, ученицы Его. Христем си оці, я души оцього помешения на. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молитесь, услыши, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по лице милости Твоей, молитесь, услыши, помилуй. Еще молимся в милости жизни, мире, здравии, спасения, посвящи и прощения, устроили по рабу Божию. Господу помолимся. Господи Боже, во Спасителем Твоим смотри, сподоби в каньоне леси, и честные показать и брату и пришествие, сами вини рабы Твоя. Вадима и Виктория, я же благоволилиси, сочетоваться друг другу в мире единомыслие сохрани, честный брак покажи, нескверно их ложе соблюди, непорочное сожительство пребывать и благоволи, и сподобия в старости мастить и достигнуть и чистым сердцем, делающий заповедь Твоя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже милоти и спасати, и Тебе славу ссылая себе вначале до Отце, все святым благи же дарящи Ты добры, приисная и веков. И сподоби нас, Владыко, с одерзновением не служи на смехе призывать Тебе небесного Отца и глаголоти. Хочу нашу жизнь сомневиться.
Исаия, ликуй. Возвеличься, яко же Сара, возвеселися, яко Ревека, умножися, яко Рахіль, веселящуюся о своєм мужі, і хранящи пределы закона занята, по благодарі Бог. Господу помолимся. Ленинской тому щедра благословив и благослови, раби Твоя сия Твоим промыслом, общение брака сочетавшися. Благослови ходы и сходы, умножив во благи животы, восприми венцы в царстве Твоим нескверные, непорочные, ненаветные, соблюдай во веки веков. Видите, благочадие преспияния живота и веры, да исполнит вас и суши на земли благи, да сподобит вас и обвешанных благ восприятия, молитвы святые Богородицы, и все святы. Аминь. Можете привитать его, можно ли лучше меньше. Ты мудрося. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Вклоняли лейся, пришествие сей, честный брак, указали Христос, истинный Бог наш. Молитвы причистые своей матери, святые славы, святых апостолов, святые благовенчанные царей Константина и Елены, святого великого мученика Прокопия, святых праведных, Бог Отец и Кима и Ами, все святые. Помилуйте, спаси нас и поблаги, человеку любеса. Благословен Бог наш, седаны и присны во веки веков. Господу помолимся, Господи Боже наш, ныне света, благословися венцы. Возложите предай закону брака, сочетавшися друг другом, с дуалки одаяния, им целомудрие за нечистие, еже о тебе, у закону положенному браку сочетавшися, сам разрешение сей венцевы, сочетавшися друг другу, благослови, и сочетание их не растерзаемое соблюди, да благодарят вину все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, и пресное и веков. Соласно достигши раби Твои, Господи, последовавши совершивши коня лиленьси, врага исправивши, еже в нем знамение, слава Тебе, высылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, и присною и
Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, славим апостола Иисуса Ты, помилуй и спаси от нас этого зла, и человеку любится. В имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Дорогие молодята, родители, кто я поздравляю вас, старенство святого брата, что вы сегодня сподобалися прийняти і покорити святої православної церкви. Сьогодні Господь благословив вас на спільне сімейне життя. Даючи вам можливість пройти через все своє життя, люблячи, поважаючи і допомагаючи одним одному. Тому що Господь сьогодні з'єднав, привів вас на той весільний рушник для того, щоб ви дійсно вийшли з тої церкви після благословення як один сім'я. Чоловік, глава сім'ї, Христос, глава церкви. Таке велике порівняння, дійсно, повинні ще більше покласти відповідальність на тебе, Вадим, для того, щоб ти розумів. Ти не тільки така відповідає за себе, ти за жінь православний, а тим більше були ви самі віруючими людьми і ваше потомство. Тому що сім'я – то є маленька церква, де повинна панувати любов, мир, злагода, взаєморозуміння. Без чого люди не можуть знайти того поки що земного щастя. І якщо ви будете уповати завжди на милість Божу і просити Бога, то неодмінно Господь буде посилати вам того, що вам не вистачає. Як сьогодні ми чули в Святому Євангелії, коли Ісус Христос прийшов зі своєю матір'ю, Божою матір'ю, пречистий Діву Марію, на брак в Кану Галілейську. І також люди веселилися, раділи за молодих, і вже під кінець весілля пречиста Діва Марія бачить, що не вистачає вина. А коли дорогі браті і сестри на якомусь празднику чогось не вистачає, то знову ж ви самі розумієте, яка молва і осуд тих присутніх тому господарю. Тому що люди починають возмущатися, що їм щось не вистачає. І Божа Мати замітила тепер першою і каже до свого сина, що в них вина не вистачає. Господь хоча спочатку відповів, що не настав ще час, але все одно пречиста Діва Марія вірила і знала, що він не залишить ту родину, що вона впала в очах своїх гостей. І каже до слуги, каже, от є там густі глеки, які колись наповнювалися водою. І якщо вам скаже Ісус Христос, то зробіть. Ісус Христос сказав їм, що наповнюй ті глеки водою. І коли вони наповнили ті глеки водою, то тут же та вода перетворилася в вино. І тоді приходить староста того весілля і починає пробувати те вино. І здивуванням звертається до молодого. Каже, всі раніше видають хороше вино, а коли люди вже трошки на підпитку, то вже ставлять будь-яке гірше. А ти до самого кінця зберіг найкраще вино. Тобто, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що з Божою допомогою дійсно та людина чи інша, яка уповає на милість Божу, ніколи не буде мати недостатка в чому, в тому чи іншому. Завжди Господь буде допомагати, якщо, звичайно, людина просить. І ви сьогодні стали на той весільник, весільний рушник з благословення батьків, церкви і самого Бога, для того, щоб об'єднати свої душі і серця в єдине ціле. І добровільно прийшли стали від благословення батьків Божих. І повинні тепер любити, поважати і допомагати один одному, розділюючи ті радості, свободи, поїдні, тому що ви вже сім'я. І нехай Господь вам цьому допомагає, обдаровуючи вас
счастьем, здоровья и все ваши годы. Благодарю. Благодарю. Of a losing hand there, but for the grace